Всем привет! 24 ноября. Сегодня в городе минус 5 в Харькове. Тут, наверное, 6, все 6-7 утром. И я на рыбалке на Северском Донце. Решил проверить новые, изведать новые места по спутниковой карте, по навигатору. Шел почти 2 часа. Увидел излучину реки, очевидно. И, соответственно, на излучине должна быть приличная глубина. Так как минус сегодня, ловить буду поплавочной маховой удочке, 6-метровой. Я, прежде чем раскладываться, ну тут кто-то рыбачил, местечко оборудовано. Очевидно, что поплавочной удочкой. Ну, около 3 метров глубина на 6-метровый мах. Баллонку невозможно, потому что будет только в обед около нуля. Сейчас леска обмерзает. И глухая оснастка на маховой удочке, можно мороз ловить. Ну, посмотрим, что получится. Так, приколка у меня. Чемпион Ранбайтс. Компания Фишингрой. Голдватер, холодная вода. Я набрал это 3 килограмма, наверное, много. Не знаю, какая активность рыбы. Ну, мелочь есть. Окунь выдавливал. Жизнь какая-то есть в реке. Выход в окуня. О, малька. Угу, какая-то рыба есть. Загоняет, выдавил, саму гирю схватила. Угу. Скорее всего, по полпачки. Сначала замешаю, чтобы она не замерзала. Такой классный запах леща с вилками. У нас специи. Таких полпачки. Грунта невозможно набрать, потому что мерзлый, как будто песок, ну посмотрим. Сейчас, я думаю, не сильно надо, чтобы приколка шарами лежала на дне. Так, и универсальный голдватер. Получится с этого микса. Сейчас замешаем прикормку. Так, что у меня насадки, у меня опарыш, мотыль и перловка. На перловочке немного для утяжеления прикормку добавим. Ловят на перловку зимой. На Донце, я знаю. Наверное, немного липнуть будет. Вот. Липнуть будет. Так, добиться. И меласа. Это грамм 300 концентрированной. Обычной меласы. Я ее налью или не налью. Ёлки-палки, замёрзла, не течет. Вот тебе и на. Ух. Давай же цепляйся. Ставим, пускай растекается. Без воды ничего не получится. Еще мотыль, слушай, рыбалки.
все отлично лепится. Все, ребята, снасть уже у нас приготовлена, маховая удочка быстро собирается. Глубиновый меня сейчас прикормим, попьем чай и посмотрим, что получится. Берег такой обрывистый, что камеру негде поставить. Ну ничего, прикормили, посмотрим. Буду ловить проводку и стационарно. Ну, настоящий поплав. Посмотрим, что получится. Если долго мучиться, что-нибудь получится.
сейчас. Парочку мотыликов. Ну приятно. Минус 6, а мы ловим. Руки мерзнут, но рыба ловится. На опарыша. Посмотрите, как она в натяжку. Есть. Супер, ребята. Котики будут довольны. Ребята, клюёжит-то. Ну, пускай она не крупная, но зато клюёт. Котики будут очень довольны. И каждая проводка рыба. Так, тык. Обеденький опарыш рулит. Притормаживание и поклевочка. Крючочек с осадкой поднимается, когда притормаживает течение. Анимация и рыбка у нас есть. Супер, ребята, это вообще. Я не думал, я думал, что вообще сегодня не увижу поклевку. Ну и видите, что творится. Что творится? Уже мотыль. Сейчас будем чай пить. Рыбка клюет. До того, как я включил камеру, уже более десятка поймал плотвичек, густерок, таких с ладошечкой. И вы думаете, что по первому тонкому, опасному, прозрачному льду вы поймаете что-то лучше? Не уверен. И лед сегодня я вам покажу.
Дорогие друзья, все хорошее когда-то заканчивается. И закат очень хороший. Сейчас я чуть выровняю камеру и покажу закат. Посмотрите, какой закат. Это супер. Закат, финал рыбалки. Ну, как я и предполагал, как и прогноз, целый день мороз. До сих пор все мерзлое. Прикормку замешивать было тяжело. Ловил маховой удочкой ультра 6 метров. Оснастка 2 грамма поплавок. Смотрите. Рыба почему-то под вечер перестала клевать. Где-то ну не знаю. Смотрите. Вот основная оливка где-то пускай 1,8. Вот крепление поводка. Вот подпасок. Где-то 0,2 грамма. И поводок. Сантиметр 25 где-то. Леска 0,1. И крючок миленький. Рыбки практически беспрепятственно она берет. Она вот сейчас гуляет. Беспрепятственно берет, она не чувствует груза. И тем самым малейшее прикосновение к антенне, к насадке по антенне сразу передается поклевка. Поклевки были очень слабые, но их было заметно. Так, посмотрим, что мы поймали. Я сегодня садок не брал, потому что знаю, что я его не высушу. Я уже по-зимнему. Big fish. Лапина. Вот это самая большая. Видите-то еще еще раз крепенькая. Вот это самые две крупные рыбы, которые пойдут котам. Я остальные, конечно, не раз. Ну, клевала рыба. Рыба клевала сильно. Хорошо. Ну, ничего. Все, дорогие друзья, всем мира, всем добра. Будет мороз. Будет лед, поедем на лед. Лед будет надежный, поедем на надежный лед. Вы видите, сегодня минусовая температура, сейчас тоже мороз берется. Руки уже начинают немного мерзнуть. Ну, рыба клевала. Хорошо, когда в термосе остался чай. Невозможно удочку собрать. Намочил последнее колено. Прихватила. Двадцать 24 ноября. Второй лед. Харькове.
Но это не значит, что надо лететь на рыбалку. Я на открытой воде больше поймал, чем здесь. Вот так вот. Всем мира, всем добра, всем пока.